дом. Улица Белореченская. Вот здесь Американская низменность. Буквально. В двух шагах. Ну, такой, естественно, метров 30. Небольшой подъемчик. Практически на равнине. И вот дом. Вот улочка, подъезд идеальный. Спуск идеальный. Пешком до моря. Пешком до Американской низменности. И вот стоит такой домик. Заходим. Вот дом. Готовы. Дом с бассейном. Участок 4 сотки. Обойдем. Все коммуникации подключены. Здесь санузел. Здесь вода выведена. Деревья посажены. Подсветка. Душевая, санузлы. И вот на Американской низменности. Буквально в двух шагах. Пешком до моря. Очень хороший подъезд. Тихий райончик. Частные дома вокруг. Ну, то есть идеальное место для жизни. Или если вы хотите заниматься арендным бизнесом, сдавать в аренду дома частные. Тоже идеальный подход, потому что отсюда пешком до моря буквально очень близко и неутомительно. Заходим в прихожую. Здесь кухня, гостиная. Гостиная с выходом к бассейну. Газ подключен. Здесь санузел. Здесь можно сделать гардеробную. Здесь место для хоз всяких хозяйственных принадлежностей. Лестница высокая, светлая, удобная. Второй этаж. А здесь гардеробная можно будет. Здесь санузел или наоборот. Здесь комната раз с выходом на балкон. Давайте сразу выйдем. Такой балкончик. И сразу посмотрим окрестности. Вот здесь ЖК Пробки видно. Здесь Америтинка. Через дорогу. Спальня номер один с выходом на балкон. Спальня номер два. Уже без выхода на балкон. У нас огромное витражное стекло. Очень светлая комната. Комната номер три.
То есть три спальни, одна, один можно сделать санузел вообще и гардероб. Все, дальше там отца, да. Три спальни, нормально для семьи. Кухня-гостиная. Здесь много дополнительных помещений. Ну, в принципе, наверное, можно было бы здесь сделать кухню-гостиную. Не стоит здесь, наверное, отдельную комнату еще отгораживать. Я сделаю большую кухню-гостиную. А наверху три спальни. Ну, или как вы сами пожелаете, так и спланировать. Самое главное, что очень-очень светло, хороший лес, большие окна, пол. И выход вот на эту террасу, собственно, бассейн. Красиво готовый дом, сделать ремонт. И жить в шаговой доступности от моря. Симпатичный дом, подсветка, все очень-очень симпатично, мне нравится. Самое главное место, 58 миллионов на сегодняшний день, можно еще поторговаться, сделать ее немножко дешевле стоимость. Вот, и жить, поселиться недалеко от Меретинки, недалеко от моря, в Сириусе. Но немножко в стороне от всей шумной пляжной инфраструктуры. Вот такой красивый домик. Все, кому нужны подробности, пишите, звоните. Все описание будет внизу в описании. Или текстом вложу в конце ролика. Ну, если есть вопросы, пишите, звоните. Я вам попробую снять все дома в радиусе 2 километров от Меретинской низменности. Все дома, которые имеют возможность для жизни, которых можно дойти пешком до моря. Попробую вам снять все дома, которые сейчас продаются вокруг Меретинки. Потому что цены на них растут просто максимальной скоростью и скачками. Как раз самый большой подъем цен был внизу в Меретинке. Сейчас будет такой же цен. Рост цен будет вот как раз в радиусе нескольких километров от Меретинки. Поэтому эта цена пока, можно сказать, старая. Не факт, что этот дом не будет стоить через год 100-150 миллионов. Вот такими скачками здесь растут цены. Поэтому все, что есть еще вокруг Меретинки, вот такие все дома я сниму, будет серия целая. Следите за каналом, подписывайтесь, если вы не хотите пропустить очередной ролик про дома вокруг Меретинки. Все. Могу пройтись пешком до моря, но поверьте мне, здесь буквально 30 метров, и вы на Каспийской улице, при которой вы переходите и попадаете уже на Меретинскую низменность. То есть можно занимать уже место. Вот она дорога. Мы тут 30 метров переходим дорогу там. И мы оказываемся уже на твоем вокзале, эти пальмы. И выходим на Меретинскую низменность. И вот он, наш чудесный домик. Цена пока смешная, на самом деле, для Меретинки. Поэтому звоните, пишите, думайте, решайте и думайте недолго. Всем пока.